То есть, ну, правда, не отсиживаются в обороне. Причем мы с тобой говорим, да, что с контролем вроде шайбы «Авангард» справляется и держит долго Магнитогорск в зоне, но при этом два момента они уже пропустили. Ух ты, какой момент! Костин, перевод на Буше, шайба отскакивает, рикошетит, и где она? Пока не прижата, уходит с пятака Буше. Ух ты, как Алкинора вообще красавец, конечно. И вот Филипп Хольн, я считаю, что он должен сейчас подъехать просто к Алкиноре и сказать: «Юха, спасибо тебе большое. Ты просто спас и меня, и команду». Смотрите, какой отвратительный пас Хольм. А, ну это уже концовка момента. В общем, момент, с чего возник. Хольм отдал не пойми куда из своего угла. Он этой передачей отрезал себя и еще двух игроков, двух своих партнеров. Если бы не Алкинора, то здесь счет бы увеличился. Ну там Пашнин тоже увез соперника, там жестко в корпус сыграл.